Добрый день, уважаемые зрители! С вами Лысенко Дмитрий. И сегодня мы разберем Basic Attention Token. Давайте перейдем к обзору CoinMarketCap. CoinMarketCap BAT располагается на 32 месте и стоит 13 центов за одну монету. По графикам видно, что на данный момент он падает в цене вместе со своим криптовалютным рынком. В этом нет ничего странного. Скоро он вырастет в цене. Более подробную информацию об этой экосистеме можно узнать на официальном сайте токена. Давайте испытаем мобильную версию Brave. Заходим в Play Market, находим браузер, совершаем установку. Что можно отметить? Он такой же быстрый, но в настройках мобильной версии вы не найдете кошелька. Поэтому можно предположить, что за просмотр сайтов именно с телефона токены начисляться не будут. По словам производителя, мобильная версия Brave работает 8 раз быстрее. Все это благодаря встроенному блокировщику рекламы, который устраняет нежелательный расход ресурсов и увеличивает пропускную способность. Недавних пор появилась возможность монетизировать криптовалютой свой канал на YouTube. Разрешаем приложению BAT доступ к аккаунту Google. Теперь вы можете смотреть блоги с рекламой и получать за это токены. Перейдем к реферальной программе. За одного реферала вам полагается $5, но в токенах BAT. Также регистрируйтесь в системе и активируйте свой адрес. Рассылайте их друзьям и получайте $5 в токенах BAT за каждого нового пользователя. На этом все. С вами был Дмитрий Лысенко. Всего хорошего.